Надвигается тьма. В этом фильме вселенская тьма противостоит Тору. На кону не только Асгард, но существование человечества и самой вселенной. Если бездействовать, нас уничтожат. Время поджимает. Она злится на Тора, ведь он с ней не встретился в прошлый прилет на Землю. Но понимает, он вообще-то спасал Вселенную. Сочиняешь складно, даже за душу берет. Тор спорит с судьбой, бросает ей вызов. Классика жанра. Это те же Ромео с Джульеттой. Совершенно разные люди, которых, вопреки всему, тянет друг к другу. Дело не в Джейн Фостер, отец. Людские жизни быстротечны. Он решает для себя, что для него дороже. Земля и Джейн, либо Асгард. Мечется, пытается определиться. Словом, непростая задача. Что с нами будет? Я придумаю, как всех спасти.